стараешься. Ты мне тоже. «300 рекордов к 300-летию Кузбасса». Битва команд из городов региона. В новом спортивном шоу. Скоро на СТС «Кузбасс». К 300-летию открытия Кузбасса. Уникальные документы. Неизвестные ранее факты. Люди, выходящие из тени. «Кузбасс. Открывая архивы». С 1 февраля на СТС «Кузбасс». СТС «Кузбасс», выпуск новостей. В студии Михаил Захаров. Здравствуйте. Чем запомнился этот день? В материалах моих коллег-журналистов в ближайшие 20 минут. Ну вот, все уже укладываем, все вещи, все укладываем, мешки, все собираем. Что бы ни случилось беды, жители одного из домов Новокузнецка экстренно расселяют из-за угрозы обрушения. И опять же, там присутствуют все представители различных органов, которые соблюдают и следят за безопасностью, чтобы люди ее соблюдали. То есть это медики, это спасатели, ну и опять же правоохранительные органы. Крещенский обряд. В Кузбассе началась подготовка купелей. Мы должны понимать о том, что пятый класс, да, это маленький парень, которого в любом случае надо готовить, потому что у него начинается практически самостоятельная жизнь. Выбор будущего. Как стать воспитанником президентского кадетского училища. Коллеги-журналисты отметили День российской печати. Сегодня Сергей Цивилев посетил редакцию городской газеты Березовского «Мой город». Губернатор поздравил журналистов области в лице работников редакции. Глава